Здравствуйте, друзья! Мы находимся в фитнес-клубе «Комета». Всем привет! Мы представляем спортивную команду. Наша команда, пока что мы не знали, какое название дать, решили тоже назвать ее «Комета». Мы начинаем новую рубрику. Со мной Артем и с нами Юра. Я Артем, кандидат в мастера спорта по шахматам. И мастер спорта по дартс. И это не шутка. Он обещал предоставить все свои дипломы. Кроме того, он еще занимается силовыми упражнениями. Сегодня мы сражаемся с командой противника. Сейчас мы вам их покажем, они представятся и расскажут. Ну что, друзья, понеслось! Давай. Всем привет, ребята. Мы находимся в клубе «Комета», тренажерный зал. Со мной Илья. Наша команда называется «Воздержанцы», и мы сегодня порвем ее. Огневые воздержания, Короче, что мы будем сегодня делать? Тут мы сейчас что-нибудь симпровизируем. Короче, он занимается боксом, а я чем занимаюсь? Я могу в шашки поиграть, как сказал Юра. Ну и тут что-нибудь потягать, ну, лишь бы весовая категория была нормальная. Вот так. Друзья, у нас предстоит первое испытание. Это борьба на руках, армрестлинг. Ну что, друзья, пожмите друг другу руки. Так. Так. Так, ну что, ровно поставили руки. Ready, go! Давай, давай, давай. Давай. По-моему, это бесполезная тема. Вы сильный. Мне кажется, что... Мне кажется, Артём очень сильный, да? Конечно. То есть, но ты боролся, видно было, что отчаянно, да? Да, да. Настроились. Кисть ровно, не загибать. Ready, go! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Это фальстарт был. Ну, давайте, собрались. Держим, держим. Ровно. Ready, go! Ну, блин. Ну. Давайте, давайте, ребята. Олег силен, Олег очень силен, не отвлекайся, но Артем, видно, в этом деле более наработан.
Это как Конор. Линкольн Холл. Конор против Мейвезера, то же самое. Только без травм, пожалуйста. Да-да-да. Так, стол держим. Стол практически улетает уже у нас. Все, измотал. Измотал и поиздевался. Ну что, осталось один бой остался со мной и с воздержанцем. Да, с воздержанцем Ильей. Правильно, Илюха? Итак, кто выиграет, тому и очко. Сила воздержания. Ровнее, ровно. А, на бабушке, да. Все, я понял. Не двигаемся. Угу. Довольно сильный противник. Вот он худее меня, а давит, ну я еле. Стоп. Уже опасное положение, да? Опасное положение. Но я ты очень достойно, да, очень достойно. Да, дай руку пожму. Но это не поражение, это только предупреждение. Фол. То есть смотри, фол дается за то, что у тебя рука, ну проекция захвата уходит за плечо. Вот так? Твоя кость идет на скручивание внутри. То есть это, ну, рисковая позиция. Да. Так, чтобы у тебя проекция не уходила за плечо. Ну, воздержание довольно сильное пришло сегодня там. Сколько ты дней? Сколько дней на воздержании? Три дня. Представляете, если бы это было 4 дня, мне бы. Месяц плечо было за захват. Итак, Юр, встали. Кисть там ровная? Да. Нет, чуть-чуть. Не двигаемся. Все, победа. Дина нет. Есть. Все, стоим. Го! Ого! Аж ударил меня. По связкам. Смотри, с плечо, захват уходит. Ну, очень сильное сопротивление. Но уже нет смысла. Да. Победа! Я думаю, ты сейчас знаешь, думаешь, что все победил, типа готкамишься, я такой ха-ха. Го! Отлично. Скрыл хорошо. К себе, Юр, к себе. Вот сюда? Да. Вот все. Все, спасибо. Но я, если честно, не ожидал такой силы от него. Он прям, ну, процентов, наверное, 90 от моего делал. Хотя он меня весит в 2 раза меньше. Сколько ты? 65. Ну, а я 100 почти. И он, ну, почти на равных был. Болеют, приехали специально к нам в гости. Из Дагестана. Да? Откуда вы, ребят? И мы приходим к следующему конкурсу нашей зарубы, да, между командами нашими. И что же у нас будет за конкурс? Мы будем проверять силу удара. А кто будет экспертом, который проверит силу удара? Представляем вам нашего эксперта, тренера клуба «Комета», мастер спорта международного класса, чемпион мира по муай-тай. Ярослав. Я прям как на ринг меня. Да, ребята. Ярослав. А фамилия? Рамига. Рамига. Ярослав Рамига. Рамига. Так что, ребята, кто хочет научиться классно махать руками, ногами и давать сдачи на улице, приходите к Ярославу на тренировки. А он нас сейчас будет судить по такой вот дисциплине. Каждый из нас нанесет по одному, может быть, по два, может быть, по три удара. По мне, что ли? И нет, Ярослав будет держать лапу. Да, мы будем по ней бить, а он как эксперт оценит силу удара каждого из нас и определит, кто занял первое, второе, третье, четвертое место. Вот такая у нас будет заруба. Поднимай лапу. Три удара у тебя есть. Ногу не отрывай. Нет. Фейл. Еще. Блок надо сверху закидывать. Все? Все, что ли? Можно еще раз. У тебя был шанс. На ошибках, да? Да. Ногу вкручивать и локоть вперед закидываю. Вот так, да? Да, ну да, вот чуть-чуть сюда сверху. Удар у всех, да? Ну да. Да. Ну давай, держи. Да. Давай, пошел. Нога оторвалась. Локоть сверху, чуть-чуть, вот, смотри. Вот, плечо должен вперед тянуть, да, и ногу, то есть, смотри, голову грузи вот сюда, вперед и в сторону. Вот, за этим у тебя подворачивается нога, а кулак вот сверху вниз чуть-чуть. Ноги правильно стоят? Да, он только ты оторвал, не надо отрывать. Не буду отрывать, давай. Давай, и оторвалось.
Приземлись прям. Приземлись прям так. Да, да, да. Не на пятки, то есть носок вкручивай, вот, носок вкручивай, пяточку вкручивай, да. Но она отрывается полностью, не должна. Ну хорошо, давай последний раз. Пошел. Давай еще раз чуть-чуть, побью пару раз еще. Мы посильнее, вперед чуть-чуть. Аккуратно так больше. Так, что-то ты разошелся, а ну давай поспокойней. Больше техники. О, сейчас нормально было, кстати, только промазал. Все было хорошо, но ты не попал. И. О, норм. Так, ты, мне кажется, уже использовал свои все попытки. Да? Все, ребята, работаем не спиной камень, а боком камень. Давай вот так, да? Давай. И. Чуть-чуть ногу подгружай, да, и голову сюда грузи. Ага. Давай. И. О, нормально. Так, что сейчас будет? Я тоже бью вообще. Я не боксер. Давай. И. Давай. Хорош, только локоть сверху закидывай. Ты слишком так. Мне мышцы. Че? Мышцы. А какие мы? Наоборот, должны нормально все быть. Давай, соберись! И! Пошел! Локоть закидывай. Вот так сверху? Да, да, у меня сверху. В смысле не поднимаются? Мне тяжело такое движение делать. Забились плечи, что ли? Пониже, вот так, держи, я тогда закину. Ни хера себе, давай вот. И. Я думал, ты кувырок сейчас сделаешь. По-красивому, еще? Давайте скорее. Давай, давай, еще два удара у меня есть. Ладно, давай. И. Буш! Было больно. Ладно, все, хорош. Ладно, давай. А, так, ну я начну сразу, думаю, с победителя. Самый пушечный братишка сегодня был, как тебя зовут? Илья. Илья. Ну его зовут Илья, он сегодня пробил, хоть и не скажешь, но он сегодня пробил самое более техничное и более мощное. Вот. Много ребят сильно зациклились на силе удара, до самого руку вообще. Ну, вот, да, зациклились на силе удара, и за этим пострадала техника. Вот, он ногу сильно отрывал. Ну, но... мы чисто силу оцениваем сейчас. Так, по силе, ну, я могу сказать то, что техника очень большую роль играет в силе удара. Ну, вот. Хорошо, на первом месте он по силе, да. На первом месте он, а если дальше у всех с техникой, к сожалению, как бы страдала, по силе, конечно, бил он, да, вот, да, он. Но по силе... Он, у тебя, получается, было крайнее место, а у тебя предпоследнее. Я понял. Значит, то есть наша заруба ничья, получается. Да, ничья. Раунд номер 3. Удержание штанги с расширителями хвата до 50 мм, до толщины Аполлона акселя. Вес штанги равен весу обоих членов команды, которые суммируются. 135 кг весит команда в удержанцах. Да. Подходим, через штангу не переступать. Обходи, становись, не переступай, обойди штангу. Не, с одной стороны становимся. Все-таки переступил, ну ладно, поехали. Так, на штанге 200 килограмм общий вес этих двух ребят. И поехали. Началось. 5 секунд. 10. 15. 20. 25 30 35. 38 39 39. Ну я остановил, но они 38 чем-то. Ну нормально, это было круто. Дело в том, что мы боролись на руках.
Поэтому было тяжело. Да, предплечье сейчас был забит. И результат был меньше. Но у меня связка лучше пойдет. Что еще можно такая сказать? Фигня, что пацаны весят меньше, поэтому мы посчитали, сколько килограмм весит команда воздержанцы. И дали им 135 килограмм. Да. Сами взяли 200. Мы не знаем, правильно это или нет. Правильно. Но вроде бы более-менее. Я как чайник говорю правильно. Вот. Но мне было тяжело, я не знаю почему. Я рассчитывал минуту где-то подержать. Ну, я вообще ни на что не рассчитывал. Я думал, стоять будем так до утра, но армрестлинг сказался, это безусловно. Потому что мы знаем, что в силе хвата мы победили. И в армрестлинге. То есть у нас две победы, а в боксе ничья. Да, значит, поэтому я предлагаю сказать, что у нас боевая ничья. Опа. Неожиданно, да? Ну что, парни, да, поздравляю. Все, я думаю, ребята. Да, надеюсь, что мы еще встретимся и в других упражнениях. Я только за. Возьмем все-таки. Я бы на бицепс еще поделал. Ну, да. Этих, да? Может, блин, вообще кто-нибудь захочет. Я вообще на бицепс с тобой сделал бы. Посмотрит это видео, кто-нибудь присоединится к нам. Сейчас. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Пишите, в каких упражнениях вы хотите и с какими блогерами следующую битву. Ну что еще сказать? Подписывайтесь на канал Олега, ссылка в описании к видео. И воздерживайтесь. На канал Армтема. Армтема. Ссылка в описании видео. И на канал Ильи. Срочно создавай канал. Все. Подкачайся с Юрой. С Юрой подкачайся. Подкачайся с Юрой. С Юрой подкачайся. Подкачайся с Юрой. С Юрой подкачайся. Подкачайся с Юрой.